Так, ладно, давайте я тут спекнусь. Ну, типа, у нас обычно, если токены мы лутаем, ой, фу, блядь, воронки, мы их не на продажу, а просто копим, чтобы потом открывать сеты. Вот. Там только одна была, надеюсь. Страха нет. И моста на этот прота, да? Ударная волна так далеко, наверное, лежит. Да, был. А, хорошо. Локо законтрольте, там ветерочек, что ли. Вот, молодцы. Резисты у него. Ну да, там ветерко можно только секунд на 10 дать. Потом уже все. Да. Вот этот кровострашу маршал, Прикольно, ебан. он дает вихрь, вот. Я, наверное, должен был об этом сказать, но Да, я я сам не был в отбежал, курсе. но игре все равно, по-моему. Это да. Фигаш, нет. На хороший ворот, который не слакает, лежит в трупе. Сейчас, короче, будьте здесь, я буду по одной птице пригонять. О, Сейчас я, боишь ты. короче, птенцу приведу. Так, веду одного феникса. Он, если что, откидывает, так что встаньте так, чтобы далеко не улетать.
по-моему, их больше было. А, вот он второй. Летит к нам. Попробуйте в стенку все упереться, чтобы вас не откидывало вниз. Иначе босс стаунтится. Совы не стрелять, если что. Вот, совы просто наблюдайте. Второй на подходе. Упали. Беги, толстенькая сова, беги. Блять, еще один феникс нахуй. А я-то думаю, где они все были? Вот они. Раньше мы почему здесь умирали? Потому что сова типа стреляет, срабатывает солнцепад и задевает Аллара. Вот. Поэтому мы ушли сюда. И надеемся, что такого не произойдет. Да. Все отлично, мы преодолели это испытание. Ворон. Где нахуй, нихуя. Еще одна. Ну. Осталось 23. Да. Нет, 22. Я, если честно, не помню, кто кого надо рефлектить. Думаю, уничтожителя. Вот. Я не помню, как каст называется, там два каких-то. А ты Шура помнишь? Я не помню. Ну, мы его поймали. Нет, ближний бой просто на 50 тысяч. А чё это так много? Не помнишь, как называется каст, который нужно зарефлектить вару? Не, там есть вот каст, он какой-то кастует, который там на 100 тысяч. Вот, вот его можно. Сейчас мы узнаем. Да, сейчас узнаем. Ты абсолютно прав. Так, попробуем одного. Вот, скорее всего, вот этот будет. Давайте. Да, перезагрузка, походу. Да, вот перезагрузку он кастует, вот ее нужно зарефлектить. Либо, короче, отойти за стенку. Вот, перезагрузка кастует. Ага. Хорош, выжил. Вот, теперь следующий. Хорош. Зарефлектил. Вот, видали, у вас танк, блядь, дамажит больше всех. Опа, еще пол ляма уже нанес. Хорош. Было бы так на всех боссах, на Синдре какой-нибудь. Жмешь рефлект и дыхание в него. Сам подошел. Да.
Да. Он и передамаживает всех, и танчит лучше. Досадно, что эту механику не применяют особо. Да, Ну, в это других обидно. рейдах, в других контентах. Там на Джайне же можно было бы где-то применить там на Синдри. Она дышит и отразила, такая нихуя. Я понимаю. Я к тому, что столько классов, у стольких классов есть уникальные способности. И, блин, 50% всего этого ни хрена нигде не задействовано, кроме как чисто пофаниться где-нибудь, качаясь на квестах. А надо забанить механика, вот трибал забанить механика, вот кристаллизированный. Откинул, видать, народ. Трибал или Денмарк, забаньте квадратик. То есть снимай банду.
Вот тут, тут. Я не успел. Не убил, а бомби. Кого резать? Тебя резать? Где меня? Бля, в ГКД попало. Давай, медведем. Как учились. Что ты расскажешь тактику в целом, вкратце? Хотя там еще мобы остались, с другой стороны. Резайтесь, вот рыба. Ешьте. Сапроты, сапроты расчехляйте там. Смотрите, у кого сколько сапротов. Все сапроты здесь надо купить. Да, тут все. А чему долбит? Тайная магия. Так, поели рыбу и пошли. Так. Тут там еще механик. Вот. Квадрат Динмарк, а треугольник этот Трибал. Значит, черепок я начну. Гастхант на пулишные войны. Подведу его к углу, буду его за углом танчить. А Марук, ты без метки. Только ты его стаунти до того, как он в меня вторую хуету кинет, ладно? Да я понял. Сколько там ты есть? Там сорвался на секунду вроде. Все, поехали. Отойдите, блядь. Отойдите. Дед Мороз идти забирает его. Ай, блядь. Так. Угу. Слушай, я не туда нажал, я сейчас опять лягу, да? Ну похуй, иди, иди об угол его и выйди. Есть? Угу.
Вот этот каст долгий, просто отбегайте от него, чтобы вот так вот дамаг не летать. Есть джуксу. Мне в ретро спекнуться? Пока нет. Ладно. Подходим сюда поближе к боссу. Короче, два ханта. Ой, два хулипала. Частички будут ваши на. Две частички на бескнайте. Вот, не забудьте их обновить. Босс, значит, танки будут стоять. Ну, попробуем. В 3 для начала. Не знаю, как насчет Марука. Что там, как у него с игронабором будет. Но 4 на пола есть, посмотрим. Значит, мы стоим в звезде. Я первый начну. Первые 4 на пола даете на Войда. Потом все на пола даете по КД в Марука. Значит, что здесь надо делать? У нас есть вары. Очень хороший класс, который на этом боссе очень много нам поможет. Но надо использовать вмешательство. Про вмешательство все в курсе. Гиена, ну Казик, Марик, я думаю, должны быть в курсе. Вот, гиена, раздупли себе, чтобы ты стойку поменял и заюзал вмешательство в любого. Ну не просто как попало в любого, за кого захотел там, а в того, кто врывается в этот, как он называется, не скажу. В Омани, кто трех танков догоняет. Вот, это пригодится. Значит... Теперь по приоритету. Если, значит, у нас догоняет танков сова, допустим, шустренькая, да, то в нее вмешательство даете. Потом, что еще есть? У нас есть две сольвы всего, два паладина. Если прям сильно, жестко даже вмешательство не помогает, то быстрый даешь, говоришь, там, дал шустрый, там, допустим. Терезает без голоса. Попробую попросить тебя. Потом что? Значит, если в агро врывается, допустим, Казик, у тебя есть макрос, чтобы одеть щит и протанчить босса какое-то время? Есть такая тема у тебя? Ну-ка, покажи. На ШВ. Ну, не на ШВ, а... Ну, там ШВ как бы надо прожать, но... Отдельно у тебя нет пухи, просто одеть сейчас щит, да? Ну смотри, там-то это и понадобится, в принципе. Но это правильный макрос. Просто тебе надо... Вот ты если сорвешь, вот по Казику, короче, не будем давать эту... Ну, в принципе тоже там под самый конец, если что, надо будет протанчить. Вот когда он будет танчить, если Казик, допустим, доберется до этой фигни, то Лучезара, вот он ШВ прожал, вот это все видишь, босс его бьет. Ты переходишь в звездочку, он где босс лицом стоит, вот ты танчишь с нами. И даешь ему зубы. Вот, но зубы не в ШВ, а примерно когда ШВ заканчивается, там 2-3 секунды. Потом кто еще может? В принципе, котов у нас нету. 2 дега. Этот самый танки. Ну и гиену надо, чтобы ты тоже это самое умел. Ты умеешь одевать эту херню? Щит. Все, гиена. Вот это вот от вас очень важная реакция. Ну дальше, значит, ШПшники. По-моему, вы очень мало генерируете, если талант вкачаете на эту парашу. Но и таланты посмотрим. Сейчас посмотрим, в принципе, как бить будем. Талант вон с единения 7. Вот сколько один. Вот улетят доты, все правильно. Делать будете, как у него, если будут проблемы. У шального тоже. Не знаю. Ну и у этого, у соломки тоже. Потом что? У Энха, по-моему, в макрос ты добавляешь, ну или на панель выставь пронизывающий ветер, который 6 секунд, когда тыкает по КД, по-моему, он скидывает агро, правильно я говорю? Кто за шамана знает? Правильно, да? Значит, тыкай по КД, потому что здесь босс не таунтится. И теперь самое главное, на моменте пула, берса тут 6 минут, на моменте пула
Значит, Хант, ты играешь в РНЖ, ну, примерно где-то вот тут, я не знаю, от нас, да, то есть стоишь, у тебя частица на тебе висит, они хилят рейд, танков, кого там нужно, и по тебе попадает эта частица, две частицы на нем. Вот, и ты, там будут шары лететь. Вот, от шаров можно отбегать. Ну, в принципе, по двумя частицам, не знаю, можете прохиливаться, но если будет момент, и шар в тебя летит, лучше отбеги или отпрыгни там, не знаю. Вот, только А что. сдерживание не поможет? Что вилки не Не помогут знаю, шаров? проверишь. Не играл хантом. Вот, значит, саппроты обязательно все пейте. Хант, саппрот, все прям саппроты пейте. Есть. Так, танки могут. Ну, пока что ладно, это не важно. Так, и самое главное, смотрите, из босса каждые несколько секунд вылетает шар, там, каждые 6 секунд, может быть. Когда мы пойдем пулить, мы примерно вот тут будем стоять, где я сейчас стою, весь рейд будет тут стоять. Я побегу к боссу и буду его, ну, ЛПшками огромными, и побегу сам в звезду. В это время весь рейд должен встать под красный кружок босса. Видите, вот когда на босса вы нажали левой кнопкой мыши, под ним красный кружок есть. Вы должны находиться в нем. Если вы за предел его выйдете, то сразу шарик из босса попадет в вас. И в радиусе 15 метров там рейд получит сало. А под салом хилы нас проебут. На боссе только одна способность. Ну, две. Один он скидывает агро танком 25%. Вот. Это КД там что-то 20 секунд, что ли. Не помню, что, по-моему, каждые 20 секунд. Вот. И топот. Топот, он дает 3 тика по 15 тысяч примерно. Вот. Но оно режется сопротом и там какой-то еще фигней. Значит. Сервак висит или я завис? У всех повисло. Да, зависло. Да, вроде вот Любимый сервис. вместе бегают. А я сапог пинчук. Интересно, будет дисконт, нет? Будет. Скорее всего. По-любому. Слишком долго для А лана. мы тут груляем магики были, там вообще минуту висело, потом развисло. Но я пока не повис, а пока бегаю вокруг вас. Там по-разному. Не знаю, что творится с сервером, блин. Вот, вроде разлагались, нет? Ну, отлагало. Да. Но все перемещаются как-то это, телепортируются. Ну, лагает. Но меня в список персов выкинул. Пинг косарь. Да, хорошо, постараюсь. В принципе, ШВ у меня написано, он должен увидеть. Слава, то есть получается, я стою там, где ты поставил мне кружочек, там бью Да босса. нет, не в кружочек. Этот кружочек это примерно расстояние, чтобы ты далеко, на 50 метров, чтобы частица в тебя попадала хилево. Тебе не надо в метку вставать. Тебе надо примерно там стоять. И стреляешь в босса, с него будет шар лететь. Ты это увидишь сам. Есть топот на боссе, который дамажит 15 тысяч за 3 секунды, там, или за сколько, или... Дает 15 тысяч, короче. Или за полторы. Этих Каждый. от этих шаров просто я уворачиваюсь и все. Сам посмотришь там, короче. Вроде когда топота нету, шар тебя не убьет, тебя частицы захилит. Хорошо. То есть это получается функция просто то, что я как вот типа на ребре ловлю уже, да, вот это вот то же самое, здесь тупо я вывожу эти вот сферы, чтобы не летели в рейд. Так я понимаю. Короче, не задавай много вопросов. Просто смотри и все, и сам подумаешь потом. Ты мне задаешь вопросы за ханта, я не знаю, что там делать. Стоишь, бьешь, блядь. Все. Что там, все повылетали, да? Или что? Ну-ка, проверка. Так, он... Пинг Динмарк. высокий вроде. Когда нас это останавливало? Никогда. Динмарк тут? Трибал. Так, еще раз проверка. Динмарк и Трибал, Динмарк тут. Всем принимайте. Попробуем сейчас. Шустренько.
Давайте вам, чтобы проблем не было, вот на кружок на Мурлокоса дал. Подходите сюда поближе. Вставайте в меня, в звездочку. Вставайте сюда. Если вы будете далеко, вы не успеете добежать до босса, и он кинет этот шар. Все, буду давать отчет сейчас 5 секунд. Начну бежать к боссу, и все должны с кружком, с Мурлокосом забежать в красный кружок. И вместе с боссом босс будет двигаться в сторону звезды, стоять под боссом. Когда уже он остановится, будете стоять под боссом и бить. Вот, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вы не в звезде, не в танке. Тут только танки стоят. Господи, блядь. Хан, подальше, подальше. Да все, не надо ничего уже. Вы что, ну, не понимаете, что я вам сказал? Почему вы в угол звезду забежали? Там танки стоят. Вы туда зачем забежали? Хохма. Ты сказал, бежим за звездой. Ставлю за кружком, за кружком. Бежим за звездой. Звезда... Я твои слова повторяю. За кружком. Я с Мурлокосом бежим. На Мурлокосе кружок. Звезда на мне. Я танк. Я еще раз повторяю твои слова. Бежим за звездой. Потом на видео послушаешь. За кружком. Хорошо. Я сказал. За кружком. Не надо в звезду бежать. Там стоят три танка. Они стоят вне ренджа. В них он не кидает эту парашу, этот шар. Сейчас да, он кинул. Стоял в боссе. Ну вот я надо стоять слова. В боссе. Ты неправильно слова повторил. Я сказал в кружок бежать. Кружок поставил на Мурлокоса. Он сова. Он стоит в пятках босса. Перед лицом босса три танка стоят. Перед лицом босса бегут только три танка. Все остальные бегут с кружком. Я смотрю, там пять тел забегают. Вот скажи, пожалуйста, касательно этих сфер. Они же должны падать чуть дальше, да? Что ты имеешь в виду? Они летят просто в самую дальнюю цель. Если ты... Это... Если ты за красным кружком босса, она и существует вероятность, что не только в ханта пойдет, а и в тебя тоже. Вот. А если ты в красном кружке босса, то она никогда под ноги боссу не летит. Нет, я к тому, что вот эти сферы, они бьют АОЕ и каким радиусом? Ой, я не помню, метров 15, может 12. То есть по всему рейду урон проходит, да? Ну почему? Ну 12, если ты, вот допустим... В звезду прилетела сфера, то в кружке ты не получишь урон. Между ними тоже не получишь. Вот. Я почему это уточняю? Потому что товарищ Хан же у нас ловит, да? Сферки. Ну, то есть уклоняется от них, на дальнике бегает. Товарищ Хан от босса метров 30 раньше держит. Вот. Поэтому я говорю, товарищ Хан, держитесь от рейда, пожалуйста, подальше. А он что, с рейдом побежал? Нет, ну, достаточно вблизи да. От него. Зачем ты? Рейд бежит, встает... Ладно, сейчас с вами еще метку для рейда поставлю, блять. Ясно все. Вот тут будете стоять рейд. Танки стоят звезде, рейд в ромбике. Там будут, там пятки босса. Между двумя пятками босса. Хант. Я кружок сейчас уберу, чтобы он тебе мозг не ебал. Ты, короче, ты, короче, вот мы начинаем вот тут. Вот тут начинаем. Вот отсюда я бегу, пулить босса, отсюда все весь рейд стоит, ты вот стоишь вот тут. Все, хорошо, вот. Понял. Стоишь вот тут. Мы такие увидел, бежим, и ты немножко вправо, там, влево сместился и бьешь босса 30 метров раньше от него. Чтобы все. Тебе было проще, просто отталкивайся от максимальной дистанции своей автоатаки. Я понял. Все, подходим, встаем сюда. Хант слева от нас метров 20, только босса не спутит. Так, даю отчет. 4, 3, 2, 1. Все, вот так уперлись и стоим. Это под незыбками, бля. А ДЦшник там же без Т5, да? Давай, быстрый, давай, Масако. Очень тяжко, очень тяжко. Кризайт, готовься, Масако давать будешь.
Давай мы сокруг резать. О, у тебя нету макроса канцелаура, да? Понятно. Печально. Четыре они загибли. Ладно, Бурлокос, поднимай Киризай, да? Вот сколько готовься, по команде будешь гимнах ХП читать. Дайте щиток по вот сколько. Вот сколько готовься. Вставай, гимнах ХП давай, вот сколько. Все, уже поздно. Поздно дал. Да ты вообще не дал ничего. Понятно все. Ладно. БР впустую. Так, ну и что у нас получается? Элия, быстрый. Киризайт. Ну, Киризайт сдох. Марти. Так, нету там, нету там Т5, да? Вообще два куска уписта. Почему у нас кто-то бегает за спиной босса? Падаем, потому что, я же говорю, падаем. Или что ты имеешь, или кто-то выбегал? Я не знаю, то ли это было, ну, в плане того, что уже все ложимся, либо потому что человек ложимся, конечно. Не понимает когда механику. Два тела еще упало, я сказал, ложимся. Ну, потому что там этот... Упала с акра без канцелауры. Киризайт, какой у тебя макрос? Вообще есть макрос? Это быстрый скинь макрос. Ей. Куда-нибудь. У меня нет макрос. Вручную отменяешь или как? Через баб. А-а-а. Встаем тогда. Ребят, если кто-то не понимает... Сейчас макрос будет вам. Пожалуйста, не отходите ни на шаг от босса. Если вы отойдете, хотя бы чуть-чуть, то в вас будут лететь сферки. А это значит, весь рейд будет получать урон. Только один человек стоит на отдалении, и это Хант. Да там одна сферка вайп сразу. Потому что сало на хилов вешается, и все, мы падаем. Вообще нам не хватает. То ли хила спекать еще. Ну-ка, что там по ДПСу? 250, ну ты разогнаться не успели. Не, что-то, блядь, походу вообще. ППшников. Подожди, привыкну. Надо подтягивать прям сильно. Я могу в эрдру спекнуться. Чем подумаем? Давай спекайся в эрдру. Победа. И там еще это Равист готов похилить. Я ему уже на этот счет говорил. Окей. Персонаж. И ты вообще Мурлокос. Ты понимаешь, что у тебя персонажа нету больше с нами ходить? Почему? Ну, вообще, ну, в целом, да. Но нету. Я же писал, что и говорил, что... Ты эту неделю только или будет? Так всегда будет? Вообще всегда. Ну, в планах. Кидала. Блядь. Волонер не буду тебе делать. Блядь. Сидел, пыхтел, сибирская гильдия. Оказывается, ему надо РТ, блядь, с 8 часов. Три балда. Как на ребре, так же стоишь во фрейме. То есть вот где рейд стоит, в радиусе вот этого кружочка, ты тоже стоишь вместе со всеми. Ни в коем случае отходить от него нельзя. Нет, да если надо, это... у меня есть еще... Ладно. Прокачаешь кого-нибудь, только 1020 сначала давать надо. Этот... Вот у босса пятки есть такие, видите, да? Вот между пятками надо у него стоять. Вот в красном кружке. Не за линией красного кружка, а в красном кружке. Ну, в принципе, я думаю, тут не в том проблема. Сейчас посмотрим, как в 6 хилов будет. Дальше будет вопрос к ДПСу. У меня есть и хпал 264. Значит, с пула... Значит, с пула будет Гера. С пула. Ну, как он встанет, звезду подойдет, так Геру сразу. Вот первые два топа-то, я думаю, под Герой должны хилы вывести. Дальше уже я не знаю. А, и давайте как. Вы же оба в 2-4 кулипало. Правильно? Правильно. Так. Распределите, значит, так. Значит, смотри. Быстрый.
5 щитков кидаешь на каждый топот. Ну, там через раз будет топот, у него КД каждые 15 секунд он идет. На 15 секунде, на 30, на 45, на минуте и так по КД до 6 минут. Значит, постарайся считывать под топот, либо до топота, щиток там 8 секунд висит, свою пати хилов, вот эту вот пятую. Значит, Киризай ты будешь считывать, значит, считуй Шура, Грут, Жуки, Мурлокос и Шустренькая. Шустренькая, в принципе, как хочешь, там по желанию нажимай дубовую. Локи, смотрите, на косте можете койл кинуть разок, там, когда там до пол хп просядете. Можете разок похищение жизни прокастовать. Потом Нухант у нас под частицами, остальные роги. Ложный выпад есть на панели. Так, ну вары, в принципе, думаю, должны вывести как-то. Прохилят. Вот. Ну и шпшники там, соответственно, хилятся сами. Ну тут так распределим. Как? Кек? Все, проверка. Незыбки сейчас пула не будет, будет только Кирса, Берсант. Ой, блядь, Гера. Сюда ее отчет. Подбегайте ближе. Чтобы вы успели добежать. Шпшник, кто там? Дает отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Геро, давай. Так, все четыре на полу сейчас даем в Марука. Ну, если ханг не достаешь, то не даешь. Там три роги, наверное. Вот самое главное, вот этот тяжкий удар прижать. Видишь, один уже минус. Жуки сразу встал к Юзе. Каску лапы при стабах обновляем. Себе юзай там какую-то парашу. Или малую волну по себе, да, я не знаю. Вот, еле-еле выживаем. 6 хилов. Марук. Вмешательство никто до сих пор не заюзал. Ладно. Дедмарк, давай раскол. Срочно. Ага, успел. Гиена, вмешательство даем по груду. Смотри, только из-под босса далеко не уходи, быстренько. Угу. Дал, нет, ниже. Нет, не дал еще. А вот, красава. Казик, вмешательство по шустренькой дай. Гиена, следующее вмешательство дай. Казик ты так и не дал. Ну чё. Как я его дам в 5 метрах, скажи мне. Все требуется 8 метров. Ну, требуется 8 метров. Прыжок делаешь и даешь. Я дал. Ну, 2 хила лежит уже, все, смысла нету, падаем. Так. Норти и Эли. Сейчас глянем, что умираем. Так, Норти. О, блядь, даже не записано нихуя. В деталях смерти. Тяжких подряд и все смерть. Вот Эли, Нартим. Самое обидное, что 2 секунды не хватило до дубовой кожи. А, там... Там ты, если ее нажмешь... Скотку вот... на себя не накинули, вот и погибли. Где-то на 10 секунде ее нажимаешь, и дальше уже просто по КД, потому что оно вот 15, 15, 15, 15, интервал тяжких ударов. Перезахожу. Ну, есть, да, такой вариант, что мы робота не вольнем, пока персов не сделаем посильнее. Либо каких-то новых вливать, которые там, не знаю, бисы уже нет смысла нету. Потом чё?
еще хп. У него вот этот прибежать, или урон как? Не распределяется как-то равномерно. Он стакается, этот урон, или что? Нет, не стакается. Потому что я смотрю, то он больше, то меньше по кому-то наносит. Ну это я не знаю, от чего это зависит. Щиты, личные сейвы. Да, может что-то у кого-то прокает, может расы там. Ну по полученному урону сейчас гляну. Полученный урон больше всего, ну... Хант получает, соответственно, 3 танка, 4 места вперед, потом хирургия. Хирургия, ты ложный выпад не жмешь, что ли? Че вот это такое? Я его жму, но он частенько попадает под этот, под череду. Ебать, как за... Спасайте женщину, детей, спасайтесь. Первый удар... О, блядь, сам чуть подошел. И сдохни, не надо бежать, а все, исчез. Я просто могу его жать по КД каждый раз, но у меня тогда ДПС будет меньше намного. Под каждый нужно удар жать. Окей, буду жать. Но если ты не будешь жать, ты подохнешь просто. Ну я жал почти на каждый, то есть если череда кастуется, я просто его... Это жмется для того, чтобы хил, который вот у хилов есть... Ну, в принципе, тут шаманов нету, но буйны, по-моему, тоже смарт-хилка считается. На самую просевшую цель вешается. Вот если у тебя хп больше, то оно повесится на того, у кого меньше. Благодаря этому рейд будет захиливаться эффективнее намного. Да не, вообще не проблема. Просто ДПС чуть упадет. Там каждые 15 секунд оно идет. У меня каждые 15 секунд череда, да. Все верно. Ну, как-то сначала эту штуку дай. Она ну, же... я чуть-чуть стартовую ротацию изменю, и все, и там попадет, когда как раз. Она же, по-моему, это. Как она называется-то, блядь? Она висит же, это ложный выпад в секунд 6, что ли. Ты его можешь ждать там на 13 секунде условно, и потом уже свою. У меня ДБМ забагался, я просто не вижу, когда он кастует. Так было бы. Включи, попасть. Включи себе, когда босс пулится, включи вот на мини-карте таймер, и включи. И стрелочку нажимай, когда босс пулится. И все, и ты будешь видеть секунду. 15-я, 30-я, 45-я, минута, минута 15, минута 30 и так далее. Для тех, кто, ну, всякие вот эти вот, когда, в принципе, если вот вы сейв даете, к примеру, давай даже сейчас, у меня где-то блокнот есть, мы расписывали сейвы. Опять нас... рост? Не знаю, вроде пока бегу, нормально. Форму сменить не могу, каст идет. Печальный сервак, конечно. Надо, короче, ну, вроде как 6 хилов должны обеспечивать. Хотя, не знаю. Что-то у нас не хватает. 3 радрушника. А у себя в DTLC я по полученному урону на 11 месте. Да тут это... Это, значит, смотрите, еще 3 рдрушника. Вы же можете... Вот топот начинается, да? Вы буйные приберегаете на этот момент. И вот прям втроем все вкидываете буйные именно в топот. Вот, а потом уж, я не знаю, уж покровительство, наверное, по самой просевшей цели. Там уже ничего не поможет, ничего не успеете кастануть. То есть максимально захватываете. Ну, можно разделиться, кто на кого омоложение кидает. Чтоб, допустим, вот 2 стака омоложения там на Рогу, который ложный жмет, не надо. На Вары, который, ну, вроде хп у него больше всех. Вот. А так по хилам, по третьей, по четвертой пати можно закидывать. По шпешникам, допустим, одну тыкнуть. Они свой отхил имеют. По друидам, по локам, по 2. Вот. По шаману вообще все втроем закидывайте омоложение. По магам тоже все втроем это самые дохлые цели. Ну, и мне кажется, целесообразно немножко группы поделить, чтобы равномерно хил по рейду шел, чтобы не был приоритет у какой-то конкретной группы. Да, я тут то есть, думаю... допустим, там... Ты имеешь в виду, что ПШПшники хилили там этих мили пачку, да? Вот нет, как, нет, типа? Я имею в виду, по типу, смотри, вот у нас 2 основных рестор-друд, ну, сейчас уже 3, получается. Вот. Один друид, там, первый, второй групп, второй, третий, четвертый.
третий там, допустим, пятую, и по ключевым целям без прожимок. Вот вы, значит, хильте Элия пятую группу, Урлакос четвертую, а Нарти третью. Вот. А милики, они и есть милики, как бы. Все роги этот прожимают, значит, вары, я думаю, такие толстенькие цели, не подохнут. Вот на свои 5 закинул в своей группе, и дальше смотришь уже кидаешь по самым слабым целям. Допустим, если бы я хил пати хилов, то вот на хилов закинул и накинул, допустим, на 2 мага и на ханта наложение. Все, начинается тяжкий удар, буйный, нажимают все 3 эрдру. И все должно быть. Дайте рыбу, пожалуйста. Хавайте рыбу. Сделайте себе поудобнее гиена, казик. Марук, я вот не знаю, просить тебя нет. Вроде, в принципе, пускай товара пока поработают с вмешательством. С вмешательством не это... Сделайте себе это удобно, чтобы вот ты кнопку нажал, у тебя стойка защитная сменилась. Нажал другую кнопку. Или с одной кнопкой это сделать. И чтобы ты мог выбрать цель и дать в него вмешательство. Ну потом еще, может, и таргет равно мусоверу сделаем макрос. Был бы у меня вар, я, конечно, скинул бы макрос. Когда-нибудь создам. Чтобы это максимально быстро было. Дал вмешательство, все, пошел на место дальше бить. Вот люди, если стоят, к примеру, вот тут вот стоит челик. Это вот между пятками босса. Ты отпрыгиваешь. Если ты будешь сюда отпрыгивать, то ты словишь шарик. Вот. Можно отпрыгивать вот вперед и в сторону. Вот так отпрыгнул. Все, отсюда от 8 метров ты уже в него вмешательство дал. Дальше бьешь. Все, давайте проверка. Там, по-моему, с 8 метров начинается вмешательство. Все готовы. Подходим в звезду. Встаем, чтобы быстрее были, добежали до босса. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Геру, давайте, что, забивайте постоянно жуки. Это сейчас под незыбком были. Быстрее давай массакру. Перезанят, у тебя, ну, дядя. Ладно. Короче, готовься, перезанят. Давай массакру. Не дает почему-то. Давай, давай. Ну. Хорошо. Так, следующий будет, значит, Марук. Марук, готовься. Давай, ШВ уже. Так, груд минус. Оман, смотришь, есть такая штука у тебя? Казик, пошустренько вмешательство срочно. И гена по шура. Могу. Я по шуре раздал. Тренькая реса и груда. Срочно. Быстрее захилить его, щиток ему. Сейчас топот скоро будет. Блять, нихуя висит как. Пиздец. Поднял. Вставай быстрее. Захиливай. Мурлокос, Индер, покирезает. Летят доты. Гимна хп читай. Читай. Угу. Так, сейчас, значит. Все, тут я зипку дал. Быстрее, у тебя сейчас скоро откатится, да, я так понимаю? 8 секунд. Угу. Откату нажмешь.
Шустренькое озарение по Киризаду, да? Киризайд, готовься. Давать массакру. Подкат удашь. Давай. Бурлакос сжиг Киреси. После топота встанешь, после топота. Вставай. Давай быстрее. Значит, вот скука, готовься. На начале коста будешь гимн на хп читать. Готовься, дай ему щиток. Вот скука, читай, срочно. Не вижу. Читал, нет? По-моему, не читал. Вот скука. Он не в дисе, сука, что ли, или чё, блядь? Читал? А, мне не отобразилось почему-то, ну ладно. Так, это вроде прохилит. Шила есть. Так. У нас это. Нажимай шива. Угу. Так, Денмарк этот раскол не прожал. Так, теперь будет уже убивать челиков, да? Так, и БР у нас только один останется. Уже не допьем, что там половина и полторы минуты осталось, падаем. Ну короче, дофига надо и ДПС. Мы тоже, мы наверное недели 3 или 4 убивали только слепца. У нас немножко по-другому с танками было. Ну может все-таки на тебя надо напуливать, а не на Марука? Нет, там не в том дело, хоть на кого напулю. Просто там нас, просто там, они срывали. Никто не срывает, здесь у танков агрозь забирают по 25% каждые 20 секунд. Я понял, не 15 секунд, но сейчас должно быть по идее получше. Каждые 15 секунд тяжкий удар идет. Не знаю, если судить по таймеру, то нет. Ведь или он сбитый просто. Я тебе говорю, да. По какому таймеру ты судишь? Ну вот как ты сказал, я с пыла его включил, и он был не на 15. Ну там плюс-минус может подальше. Быть. Плюс-минус может быть пару секунд. Отойдите подальше, вот сюда куда-нибудь. Ой, бля, я не знаю, даже траить, не траить. Вы как думаете? Да было же вроде все нормально, там просто, блядь. Какой у нас второй минуты 45%, я думаю, что мы не добьем. Да там и люди можно как бы лежали. Не, ну то, что... Да, скорее всего, не убьем. Надо депос какой-то посерьезнее. Вот этот груд вообще должен ему побольше давать. Если шура. Вот шальное, гиена что-то мало, я хуй знает. Вообще параш какая-то. Эти гиены тебе надо как казик научиться херачить. Он и... Ну я не знаю, давали вы вмешательство? Нет, кто с вас сколько вмешательств дал? Я два дал. Последний не успел, уже там убивать начал людей. Да, стойки, когда меняешь, конечно, проседаешь, но если этого не делать. Если этого не делать, то надо 1100 ДПС сверху нам. 1150. Ну, 100 хотя бы. Потому что чем быстрее убивается босс, тем меньше он вот этих откидываний в танка дает. Они агро забирают наши. Вот, а вы потихоньку нас догоняете по агро. В общем, математически не получается. А этот дебаф не спадает со временем? Не, там какой дебаф? Ну вот, на минус агро. Минус агро это не дебаф, это просто тычка. Он моментально забирает 25% и все. Вот было у меня 100 тысяч агро. Он ударил, стало 75 тысяч агро. А с какой частотой плюс-минус танки 20... меняются? Ну, это не от частоты зависит. Это зависит от того, сколько танк агро набирает. Ой, как тяжело это все объяснять, а? Просто ну, есть так, смысл... На пол, типа, можно попробовать? Цель-цели пол на пол кидать. Нет. Нету смысла. Есть смысл больше ДПС накопить в этом рейде. И давайте подумаем. Я что-то не уверен, что мы убьем. Давайте, короче, сделаем так.
Я сейчас открою расписание, что там планировал. Ну, данные персонажи не убьют. Не знаю. Это чтобы никто не сдох, это, наверное, чудо какое-то. Да и в ДПС, по-моему, не вывезут. Я на пятницу ставил что? Целка обычку. Вот. Скажите мне сразу, вот, кому это не надо, целка обычка? Кто туда не придет за, ну, как это называется-то? Умышленно. Не хотел бы идти, потому что у него шмот оттуда не надо. Вот так. Я приду, если да, надо. Да, вот так вот. Я приду. Смотрите, ну, мне там... Мне шмот, осколки собираю. Люди в обычке, которые пойдут, вот кто там осколки собирает, ну вообще для гильдии, я считаю, это надо. То есть, если не надо, ну, не знаю, удалите себе там пару шмоток и ходите играть. ШМ, ВХ. Можно это в теории не собирать, можно все это пройти, как бы, но немножко это, ну, дольше развития будет. Это все делается для усиления в будущем рейда, если вы хотите играть. Вот, значит, обычку завтра сгоняем, посмотрим. Кто-то может прибарахлиться, может какой-то там ШМ пособирается. Потом что я оставил? На субботу я оставил ГМХМ и ТТГ. Ну, ГМХМ, соответственно, тот же быстрый, который нас хилит. Я не думаю, что можно его нахуй послать и типа иди сам одевай 260-е печеньки. Я думаю... Да легко. Не, можно, чё. Я думаю, мы пойдем с вами и выбьем, и хил у нас побольше хилить будет. И, соответственно, на роботе меньше люди будут умирать. ТТГ. Есть так такие... Да маленькая проблема, в субботу меня не будет. Ну, значит, другой хил оденется. Согласен. Кто-нибудь оденется. Будешь как-нибудь, попадешь когда-нибудь. Значит, ТТГ тоже, я думаю, много кому надо. Если, типа, есть у кого прям все есть ТТГ, ну, у меня тоже все есть, мне тоже там нихера не надо. Вот, но я пойду. Потом, что, на воскресенье целка 25 гера стоит. Я, конечно, в ней совершенно не уверен. Если придет вот эта пачка, кто сейчас есть, посмотрим, что как будет. Вот. Леди мы, в принципе, убили. И что, мы вообще 7 боссов закрыли, кроме совета. Хотя бы это повторить. Совет ебанем. Не знаю, посмотрим, короче. На понедельник ульду 25 я поставил. И нам надо, короче, знаете, как сделать. По Т5 сейчас вот этим двум кускам. Кому будем отдавать, подумать. Вот эти вот, кто ГЭП, РЛ из гильдии. Кого апнуть в данном рейде, чтобы... Ну, нам сейчас нужен ДПС. Ну, логично предположить, что вот этот кусочек Т5 лучше отдать тому, у кого есть один уже. Чтобы, ну, а есть такие вообще? Нет, у нас нет. У кого-нибудь есть 3 Т5? Если нет, то 1 Т5, чтобы бонус от двух кусков уже работал. Есть? Я что-то сомневаюсь, такого у меня даже нету. Нет. Ну тогда при данной ситуации в любом случае ДД надо. Можно просто порулить. Значит, те, кому эти куски попадут, они будут записаны, и второй кусок будет без роллов, без всяких, будет отдаваться второй кусок. Насчет воронок. 3 вороночки мне Мерло Кос передай. Нет, и... было 2. 2 было. 3 было. Не надо пиздеть, у меня видео записано. Блять, скриншот. Я все слышал. Дискосов. Я тебя пополам сейчас сломаю. Значит, этот самый. Давай, это, кто претендует на токен? Какой там? Давай мне обмен кидай. Перчатки там. Перчатки на шамана. Кто? Жуки. Ну, блять, на НХ я хуй знает, что он там будет давать. Давайте кто-то посерьезнее. Может быть, на хэпала 2 куска нормально сыграют. Третью давай мне ложись. Ты что, ролил? Я тебе клянусь, у меня 2 всего воронки. Сука, у меня на видео 3 воронки упало. Я слышал, ну, что всё, в DC хэпал, выиграл. Я вон. Могу тебе показать, не знаю, я тебе... Потом вроде 2 было. Вроде 2 было. Хорошо, блядь, значит, я долбоёб. Я клянусь, ну нету у меня прям. У тебя одна воронка есть. Так, вот чё, знаю, Киризайт, что да? Тебя... Киризайт, тихо, все, иди в жопу. Этот самый... Киризайт, у тебя... Как с этим, как он называется? С онлайном нормально же, да? Не раз в неделю играешь? Стабильный? А, ну хорошо, давай обмен. Насчет воронок, я их пока... Вот сколько, 2 штуки пока полежат. Вы знаете, что с вами сделаем? Вот мы недельку вот эту отходим. Во вторник, я думаю, там не написан до проноса. У нас еще, кстати, RSDS 5 гер есть. Я не знаю, стоит ли туда суваться, но может в плане ознакомления можно и сунуться. ДПС тоже должны хватить, но под берсу, скорее всего.
Вот теперь вот этот кусок на приста. Профит не будет хпала собрать, я бы консулом ему так и дал. Так что второй кусок, если робота убьем, будет тебе сразу на хпала. Потому что в двух кусках хпал очень хороший становится. Так. Про товар в двух кусках что-то может вообще. Мердру вроде бы посильнее становится. Мурлокус чилиш. Сова не очень. Может, ДЦ зарядим? Да, я ДЦ буду заряжать без вариантов. Все остальные после ДЦ будем заряжать. Потому что 2Т5 это то, что сильнее вообще 4 кусков. На любой, ну не на любой класс. Давай этот самый. Вот это твой первый кусок. Значит, у меня зарядились, получается, киризайты. Ну, все как надо. То есть хилы. То, что нам как раз и не хватает. Значит, смотрите по воронкам. Пока что один кусок смысла открывать нет. Как робота убьем, накопленные воронки будут первым вам уходить. Вот, ну там смотрите, может у кого складчину что-то есть. Так, передал, да? ДЦ. Не, ну если ДЦ-то 5 приведете, нам проще станет просто. Надо нам еще ДПС ампать. Короче, смотрите. Завтра приходите, кто может, кто не может. Там тяните людей, там новых, не знаю, набор вроде кто-то какой-то обещал там делать. Вот делайте набор. В ЦЛК сгоняем. Если ЦЛК быстро пройдем, если мы за 2 часа справимся, что как бы нормальный результат, может быть, ТТГ сгоняем. Вот. И там освободим себе на следующий день время какое-то. Вместо меня Джунь. Хорошо. Ну все тогда, чё? Завтра ЦЛК. Да, давай тогда до завтра. Завтра в это же время, да? 8? Да, 8, да. Всем спасибо. Всем спасибо. Слав, кстати, Слав, я на защиту друида стану. Реально просмотрел, 2 воронки падают с нас. Рейды сейчас. А, все, да. Ну, почему-то так послышал. Потому что я сказал 23, а он сказал 22. И вот тут-то послышалось, я да? Просто ну, я подходил с кухни, пришел, слышу, что-то 2-3, что-то так. Ладно, ладно. Я бы по уху посмотрел, что в общем... Сейчас воронку вытянуть. А у меня нету реально, ну типа... Значит, спасибо. Купить. Это самое, значит, смотрите, пока сильно все не разошлись. В Дискорде дофига информационных каналов всяких, там вот всякая параша записана. Вот. Я уже продублировал канал, который РТ, да? Недельная, вот это есть РТ Сибирская, есть ночной рейд РТ. Это вот вы туда заглядываете, смотрите. Там этот файл, он, это вот сообщение, оно редактирую я его. Я то есть не удаляю ни заново, ни новые, не пишу истории там, чтобы листать. А вот именно в нем будет меняться информация. Также касательно Т5, вот в самом низу перед голосовыми каналами есть вот цели рейдов, там что-то я писал. И вот Т5 воронки, здесь написаны персонажи с моей гильдии, кто что открыл, кто что не открыл, плюсики там, какие спеки, классы открыты здесь. Наверное, в нем, а может быть, еще новый создам. Т5 воронки ночные, там, не знаю, подпишу. И там запишу вот эту инфу, у кого сколько есть. Вот. И какие воронки. Ну, в принципе, вот у меня 2 воронки, они так и будут лежать, ждать, пока начнем убивать робота. Слав, вопрос. Это Хант. Завтра есть варик прийти на обычку, кому-нибудь помочь? ЦЛКшку. Ну, конечно. Нужно приходить. Нет, то ничего не надо, но просто... Завтра ЦЛК? ЦЛК, обычка, да. Пойдем. 25? 2 вопроса. А, 25 вот. Обычка. Ну, вот первый вопрос, короче. Получается, я вот могу ходить в основном только во второй РТ, вот это. Вот, но у меня есть, типа, еще ХПАЛ, РПАЛ. Вот, Инсика, и типа вот этот хант. Вот, я его типа перебью, все камни БКшные поставлю, он типа, ну, 1016, там, может, больше будет давать, 18 где-то. Вот, а мне типа там 265 и 260. Вот, ну, я типа хотел бы ходить во второй. Вот, посмотрим, посмотрим, понимаешь. Вот. И, короче, там Свято скинул, я роман, короче, написал, вот. Я, короче, его скину, ты там потом прочти, если что, может, куда-нибудь добавишь. Что за роман? Такой короткий. Про пекаря Славу и его жену Аишу, короче. Господи, блин. А чё? Квесты на ТГ пойдет еще кто? У меня тоже есть вопрос. Да. Смотри, ты там написал список тем, кому что надо поменять, и там конкретно у меня была эта тема поменять камни на БКшные.
Но прикол в том, что у меня 80% шмота говно полное, которое надо менять. Я выжимаю, типа, из того, что есть, и так до хера. Есть ли в этом смысл? Потому что это, да, по сути, мне не даст. Забей ничего. Пока на это дело. Ну, я не знаю. Если как это... зря ты сказал только сейчас это. Сегодня перед рейдом я слил 10-500 чужих денег на эти камни. Не, ну мне это просто ничего не даст, но может 0. Не, если ты уверен в этом, то пускай, пускай так. Вот. Слав, ЦЛК нормал завтра? Да, да, завтра. Какие требования к персонажу? Ну, я просто думаю, твинком залететь. Там поглядим по, это, по рейду, вот кто будет. Если вот прям вот эта же пачка, типа, вроде можно будет, я думаю, одним твинком там каким-то зайти. Смотря что за твинка, если он хотя бы десярик жмет, я думаю, проблем особо нет. Нет, если бы он жал, я бы не спрашивал. Если не жмет, я не знаю, надо думать, надо смотреть. Если будет тяжело, надо будет перезаходить. Потому что сидеть там на ходу неохота. Мне не принципиально, то есть если надо, если действительно хилов будет не хватать, я естественно хилом пойду. Я просто к тому, что если прям по хилам нормально будет, по урону, я бы, конечно, магом залетел. Там поглядим, короче, по составу, кто как. Окей. Ладненько, ребят, всем большое спасибо. Еще один вопрос. Быстрый, если не к спеху. Эрецкий оп, там, допустим, чешую самому ходить. Можно, можно собрать, я могу собрать. Если, короче, мы завтра вот 8 стартанем, ну фиг с ним, 8.15, 8.20. Если мы за 2 часа закрываем, резко там дело 20 минут. Ну просто у меня все упирается в тринки на данный момент. Я капли сходим, не могу ничего подбить. Сходим, сходим на обычку, сходим. Я понимаю, что она не только мне нужна, но я думаю, она большинству нужна. Какая-нибудь чешка, воля, что-нибудь такое. Кружка с грула. Да. Прям. Такой вопрос, а где это написано, камни подбить, кому какие? А я в своем дисе я удалил уже, а так в те дисы кидал, не знаю, там прокрутилось уже, наверное. Я просто, это у вас, наверное, что сегодня не было. Тебя там не было. Как его там? Вот этого, блядь, мордаун мудар. Это приехал. Сука. Сидел в РТ у вас, смотрел. Мордаун, ты тут, блядь, Тиси? Да, да, да. Не, да не ты, ты не Мордаун. Ну там бичи. А, ну что, Богдан. Всяких голых мужиков скидывает, блядь. Надо ходить все вот эти рейды, все, что есть. Все, что усиливает нас, надо будет ходить. А, кстати, ты не в курсе, есть смысл для КП РПБ брать с Толгорода треньку эту? Дрява, она вроде говно, но РПБ дает. Не, ну если прям тяжко сильно выбивать, то и, ну типа, если у тебя ваджики есть, там, или есть время пофармить, и тринка не падает, там, срез, конечно, надо брать. Потому что все-таки там сколько там, хоть 140, 150, но все равно это сколько камней ты в этом выиграешь. Ну, я тестил волю с обычки. Она не прокала, на миллионе где-то прокнула, но чисто вот просто воля РПБ дала мне 2000 урона в палку. Просто своим наличием, без прока. Ну да, на то она и рассчитана. Поэтому я начал фармить Столгород для тринки, но там мне репа не хватает пока. И шею делаю, стараюсь сделать шею с этими сельфами побыстрее. Я сегодня алдеров прокачал до превознесения, сейчас буду фармить эти баджики. Ну я докуплю, может, там зарял, чтобы долго не фармить их. Все, вот все, какие есть пути усиливаться, надо усиливаться. Расы там менять, не знаю.